Дорогая и уважаемая Вера Даниловна, сегодня мы отмечаем ваш юбилейный день. Вроде бы, значит, прожили вы уже много, но душа ваша как была молодая, так остается молодая. Сколько вы сделали для нашего отдела и для предприятия? Вы создали участок связи, вы его оборудовали, создали отличный там коллектив. Очень много новинок у нас на комбинате. Многие приезжают и всегда заходят на этот участок поинтересоваться. Большая благодарность вам, конечно, считаю, всего нашего коллектива. И пожелать вам, значит, я присоединяюсь к Леониду Андреевичу, тезке, значит, вторую половину века прожить еще лучше, чем прожили первую половину. Ну, всех вам пожеланий. Спасибо большое.